Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня очередной обзор товаров, покупок сайта Wildberries, Озон. Это уже второе видео в этом году с покупками, распаковками с сайта Wildberries. Так что не пропустите первое видео этого года. Конечно, присоединяйтесь, позади все праздники новогодние. И поехали. Надеюсь, видео для вас будет интересным и полезным. И первый товар, который мне очень понравился, прислан был не для меня, а для моей мамы. Но я распакую, пощупаю, посмотрю и покажу вам. Подушка ортопедическая пришла вот в такой упаковке. Все удобно, в чехле, симпатично, замечательно подходит даже на подарок. Это ортопедическая подушка с эффектом памяти Memory Foam. Мягкая, удобная подушка, которая подстраивается под изгибы вашего тела головы. Размеры подушки оптимальные, 60 на 40 сантиметров, высота 13 сантиметров, но на нее подходят стандартные наволочки 50 на 70. Распаковала, она действительно мягенькая, очень приятная на ощупь, как такой антистресс. Прям вот сиди ее и мни, и это приятно. Сама подушка очень легкая, воздушная. Я уже сказала, что очень приятная на ощупь и очень приятно положить на нее голову. Я вот попробовала, мне понравилось. Производство Россия. Но изготавливается по немецким технологиям, написано у продавца. Чехол для подушки очень мягкий, приятный, какой-то такой синтетикой трикотаж. Идет на замке чехол, что очень здорово, а внутри вот эта сама масса очень приятная. И как указано, пена полиуретан 100%. Очень мягкая. Посмотрите, она сохраняет отпечаток ладони. И приятно поднимается. Прям очень похоже на суфле. У меня есть ортопедические подушки, похожие, но они не такие воздушные, как эта. Более жесткие. Это просто, ну, волшебство. Отзывы на эту подушку отличные. Маме отдала, она очень довольна. Говорит, что шея не затекает. В любой позе можно крутиться спать. Очень удобно, комфортно, мягко. Никаких запахов не присутствует лишних. Наволочку она сразу постирала. Здорово. Также хочу себе такую подушку. И одеяло тоже. Сейчас мама пользуется таким прекрасным одеялом, но оно более тоненькое, оно демисезонное. Alltex, производство Россия. Это полуторка. Размеры 140 на 205 сантиметров. У продавца размеры разные, так что можно подобрать. Одеяло белого цвета. Наполнитель Holfitex. Материал чехла микрофибра 100% полиэстер. Приятная на ощупь, легкая, воздушная, прошита хорошо. Хотя одеяло с виду достаточно вроде бы тоненькое, но продавец описывает его как всесезонное. А в отзывах пишут, что очень достаточно теплое. Ну здорово тогда. Можно стирать его при 30-градусной температуре в стиральной машине. Оно быстро сохнет и выдерживает множество стирок. Мама довольна одеялом, ей нравится, что оно очень воздушное, легкое и комфортное. Ей под ним не жарко, ну и вроде как не холодно. Давайте попробуем конфеты. Это российское производство. Кондитерская фабрика Эльбрус К. Кабардино-Балкария, город Нальчик. У продавца целый ассортимент конфет, разные. Здесь коробочка также с 8 видами конфет. Попробуем, посмотрим, оценим. Пришло все хорошо запаковано. Вес 0,5 кг в коробке. Набор конфет называется Goldberg. Очень много положительных отзывов. Все пишут, что они мало где продаются, а здесь на Wildberries их можно найти. Возможно, даже и на Озон. В составе конфет присутствует и кокосовая стружка, и вишня, и курага. Ананаса, цукаты, чернослив, грецкий орех, масло сливочное, шоколадная, ну, все-таки глазурь, миндаль дробленый, инжир, арахис дробленый, жареный, семена подсолнечника обжаренного. Но, к сожалению, не без пальмового масла в глазури. Конфеты на самом деле оказались очень вкусные. Конечно, чувствуется, что это не чистый шоколад, а глазурь все же. Ну, не самая плохая, но начинка все-таки здесь натуральная, не приторно-сладкая, вкусная, не сухая. В общем, очень аппетитная, рекомендую. Ну, а в этой коробочке мне пришла баночка с джемом из инжира.
Обожаю инжир. Естественно, захотелось попробовать именно этот вариант инжира. Я еще ни разу не пробовала. Производство Грузия. Симпатичная баночка. Масса 400 грамм. В составе заявлена лимонная кислота, сахар, цитрусовый пектин и инжир. Упаковано неплохо, но все же часто приходят битые банки. На Валберсе за покупки продуктов платим мы наперед, поэтому очень важно, в каком состоянии придет товар. У меня пришел, слава богу, в нормальном. Крышка открылась хлопком. Сам продукт внутри оказался свежий. Продукт сезонный, как пишут у продавца. Джем, либо можно назвать густое варенье, очень вкусный, вкус натуральный, никакой химии не чувствуется. Неприторно сладкий, продукт свежий. Для меня в этом продукте оказался один минус. Я покупала джем из инжира, или варенье из инжира. Но все же здесь оказалось, что инжира как-то не так много. Наверное, 50% может быть инжира. Остальное, видимо, либо яблочное повидло, ну, цитрусовое, как пишет у продавца. Но многим нравится и много положительных отзывов. Ну а в прошлом видео Валберес я показывала свои подарки новогодние, которые мне подарили. Среди них был новый для меня бренд. Российская косметика бренда Анука. Это был шикарный крем для тела. Кокосовый, просто обалденный, пользуюсь с удовольствием. Гидрофильное масло для лица, умывания. И пионистый ароматный гель для душа. Эти косметические продукты мне очень понравились, поэтому сыротку для лица мне стало просто необходимо купить. Очень все симпатично упаковано в стеклянном флакончике с пипеткой. Подходит для любого возраста. В нее входит 5 видов гиалуроновой кислоты. Экстракт алоэ и пантенол. Я ей уже воспользовалась. Она действительно мощно увлажняет кожу. Никакой липкости не оставляет. Нам обещают, что она проникает в глубокие слои кожи. Поэтому ее замечательно наносить именно после пилинга, различных скрабов. После той же энзимной пудры, что я и делала. Лицо ухоженное, гладенькое, приятно на себя посмотреть. Буду продолжать пользоваться ею. Отличное. Никаких побочных реакций нет, аллергических, не щипит, ничего. Все отлично. И навеки наносила тоже ее. Объем 30 мл. И цена хорошая. Ну и сразу протестила медовый скраб для тела, антицеллюлитный, 250 мл, в такой красивой баночке. Баночка привлекательного вида с пчелками. У нас пасека дома стоит, поэтому для меня это вообще мимо пройти не могу. Действительно пахнет вкусно медом, да еще на основе сахара. Прям вкусняшка для тела. У продавца написано, что входят масла, натуральный мед. По баночке видно, что я уже воспользовалась один раз на все тело этим скрабом. Отличное впечатление. Чувствуется этот медовый вкусный аромат. Сахарный скраб отлично работает на коже. Очищает ее, и сахаринки прям так и тают. Мягко скользят по коже, не царапают ее. Поэтому подойдет даже для самой чувствительной кожи. Если скраб на основе соли не всем подходит, то сахарный подойдет, мне кажется, оно всем. Не вызывает никакого раздражения при мытье использования. Отлично именно очищает кожу. И при этом кожа остается очень увлажненной, мягкой и шелковистой. Опять же, нет жирненькой пленки. Не все любят пленку на коже после скрабирования. Но и крема вам после душа точно не понадобится. Аромат меда еще остается какое-то время на коже. В общем, я осталась очень довольна скрабом. Мне нравится. К Новому году заказывала две книжки для себя и для внучки. «Рождественская шкатулка. Святочные рассказы русских классиков» в твердом переплете. Очень красивое красочное оформление. Такое рождественское, новогоднее. Кстати, книжки одна и вторая пришли обернуты просто в пленку. Пленку я уже выбросила, но книжки целые пришли и не поцарапанные. Ну а рождественская литература в России соединяет в себе традиционное христианство и народный фольклор. Это мы и найдем в книге. Святочные истории призывают нас к любви и милосердию, к тому, что если каждый поделится частичкой своего душевного тепла с другими, тогда может произойти рождественское чудо. Издательство «Эксмо». Сами листы белые, шершавые. На каждой страничке присутствует орнамент на каждом листике.
Книга небольшая, всегда можно взять с собой в дорогу, положить в сумочку. Также посмотрите содержание. В данный момент этой книги продавца я не вижу, но аналогичную книгу вы найдете у другого продавца на Wildberries. Примерно по той же самой цене. Ну и детская книжка «Малышка», новогодняя. «Здравствуй, Дедушка Мороз». Я уже внучке ее читала, ей понравилось. Целая серия книжек есть для самых маленьких. Как я поняла, это издательство «Самовар». Веселый новогодний сборник стихов. Любому ребенку, мне кажется, понравится. И, конечно, в книжке есть веселые, красивые картинки. Еще из 90-х. У моего сына были аналогичные книжки с такими же картинками. Он их просто обожал. Книжки классные. Но, к сожалению, пришли они уже после Нового года ко мне. Ну и сегодня это все мои покупки. Надеюсь, мое видео для вас оказалось полезным, интересным, развлекательным. Все ссылки на товары вы найдете в инфобоксе и в закрепленных комментариях. Желаю вам прекрасного настроения, приятных покупок. Всем пока!